Центральный матч первого тура нового сезона Суперлиги порадовал болельщиков обилием красивых голов и опасных моментов. На своем паркете столичная «Дина» принимала «Синару» из Екатеринбурга. В строй императорского спортивного клуба вернулись лидеры команды Дмитрий Прудников и Дамир Хамадиев. Также состав «Диновцев» пополнил экс-синаровец Сергей Абрамов. А вот уральцы на первый матч сезона не досчитались своего основного голкипера. По причине травмы Сергею Викулову пришлось пропустить стартовый матч команды, и его место в воротах занял Зураб Калмахилидзе. Уже на 5-й минуте Никита Шевчук открыл счет. Обыграв троих оппонентов, свой удивительно техничный прорыв синаровец завершил голом в ворота Сергея Зуева. Однако такое развитие сюжета матча хозяев не устроило. И менее чем через 2 минуты пушкари сравняли счет. После розыгрыша углового Данил Кутузов забивает первый мяч «Дины» в этом сезоне. К 11-й минуте «Синара» восстановила преимущество. Передачу Николая Шистерова от центральной линии замкнул Никита Фахрутдинов. И вновь равенство в счете восстанавливает Кутузов. После сейва Калмахилидзе атака продолжила развитие. И после скидки Хамадиева от лицевой линии Кутузов со второй попытки вынуждает «Синару» вновь начинать с центра. А под конец тайма усилиями Эскердини и Алимао «Диновцы» вышли вперед. Понятно, что первые матчи всегда... Очень часто, по крайней мере, складываются не так, как хотят тренеры. То есть команды только набирают обороты. Причем у нас несколько футболистов только вот-вот начали обретать форму, пропустили достаточную часть чемпионата, появились новые футболисты. Поэтому времени для вот такой основательной подготовки было еще немного. Я думаю, что мы будем набирать по ходу чемпионата. Но меня сегодня порадовало, что команда проявила характер, потому что соперник был очень силен, с хорошим настроем, очень... Быстро вошла в игру «Синара», и мы очень долго раскачивались. Спустя несколько минут после возобновления игры ворота соперника удается поразить Андрею Бастрикову. После красиво разыгранной комбинации и точного паса Николая Шистерова Бастриков отправляет мяч в ближний угол ворот Сергея Зуева. Однако после этого преимущество «Дины» было вновь возвращено, и с течением времени лишь возрастало. Еще 2 минуты потребовалось Данилу Кутузову на покорение уникального для самого себя достижения. Игрок сборной России отличился еще 2. Сначала пронзив нижний угол запоздавшего Калмахилидзе, а затем ударом из-под Эскердиньи, уложив мяч точно под дальнюю штангу. 5-3 и покер на счету Кутузова. Такое развитие событий вынуждает Евгения Давлетшина провести замену вратаря. И место в створе ворот «Синары» достается юному Александру Костромину. Но и ему не удалось сдержать натиск диновцев. После передачи Алимао Андрей Заболонков сумасшедшим ударом поражает дальнюю девятку ворот черно-белых. Одна из последующих контратак уральцев все же оборачивается голом. Передачу пяткой от Алексея Мохова замкнул Денис Аширов. После этого Андрей Юдин, по примеру коллеги, меняет вратаря. На место Зуева выходит Игорь Трушкин. Прорыв по флангу в исполнении Заболонкова вскоре оборачивается еще одним взятием ворот. Универсал «Дины» отрывается от преследователя и наносит удар от самой бровки. Выиграли сегодня, забил 2 мяча. Очень рад этому. Вот, как и обещал, болельщиков порадовал сам себя, родителей. Вот, что, и... Ну, игра была сначала первые там 10 минут тяжелая. Много как бы это. 2 момента пустили из 3 голевых. Вот потом вроде собрались. Даже при таком преимуществе хозяев гости не теряли надежду. За 7 минут до окончания матча у черно-белых в игру вступает 5-й полевой в лице Алексея Мохова. Но диновцы в очередной раз продемонстрировали, что играть против них с такой тактикой – большой риск. Увлекшись атакой, синаровцы теряют мяч на поступах к чужой штрафной, позволяя Эскердини оформить дубль. Нам сегодня был преподан урок, как реализовывать моменты и даже полумоменты. То есть команда соперника, в принципе, создав определенное количество моментов, хорошо воспользовалась ими, реализовала. Ну а мы, как обычно, значит, создаем и в холостую все. 8-4. Победа пушкарей.